риски, и Майя Санду делает опять то же самое, что делали наши прошлые проевропейцы. Они привязывают европейский вектор к себе. Мне не нравится Майя Санду, но мне нравится европейский вектор. Я за то, чтобы у нас была европейская юстиция, европейское образование, но я не хочу это привязывать к одному какому-то определенному политику. А она сейчас это привязывает, она привязывает рейтинг евроинтеграции к своему личному рейтингу. И этот референдум это опять доказывает, что она хочет поднять явку, выехать за счет этого референдума. Поэтому возможен провал из-за ее антирейтинга, и тогда будет катастрофа для... Но она наоборот говорила сегодня, что это не... президентская идея, это национальный проект, это проект всех партий. Все равно у людей ассоциируется.